В доту там это Так, дивидите я этот. не знаю, по какой тактике убиваете вы, но... Смотрите, Только не говори, что через это какой-то стена. зеленый дебаф, Здесь никто они не стоят убивал. вот все здесь. Здесь никто не убивал Трофа в этой гильдии. Ну, трайте. Вот. В смысле? Давай-ка за себя говори, а? На этом сервере. Только ты, ну, да, убивал. Изи. Ой, ну, нет, я на Малекет убивал. Ну как он на X10? Я его здесь на X2 убивал. Ладно. Здравствуйте. Я даю вам 2 минуты, чтобы начать террорить. Они вот это в смысле, вот это все говно. Ну тут вот где-то красненький. Вот вам, блядь, время нахуй на подумать, блядь. Я приду и решите, что будет реалить. Нет, придется мне будет ебаной тактики бить. Решится он. Царь, ты меня слушаешь? Чё? Вот смотри, типа, у вас вот красным дебафом тут челики стоят, а зеленым вот там вот стенки, или нет? Все правильно, да. Да, вот. И, типа, что я хотел сказать? Из-за чего у вас свайпы происходят? Вот, еще с этого. Не надо ничего начинать. Надо просто по-русски говорить, куда кому встать. Все, не ебите мозг. Ну, зеленым дебафом вот. Никто вот не трайл здесь профа. Вы его трайли. Я с вами Если его трайл. Если ты будешь релить, получай ассиста. Царь, ставь метки. Я не буду релить. Значит, молчи тогда. Царь, ставь метки. Сейчас перерыв закончится и все начнем. Все нормально. Все хорошо. Ты что-то живешь? Да. Да, чулан, чё? Сейчас всё сделаем. Ты не переживай, всё будет нормально. Ну, тут он где-то босс останется. Сори, у тебя что, 4-5? Нет. Ты просто весь беленький такой. Так я просто красив. Он просто испачкался где-то. А, ну, 3. Нет, тут 4-5, ты меня обманул. Твой ей мерзавец, да, вообще жопа. О, козёл полный. А ты задонатил или тебя отдали? Я получил без донатов, по-моему. Тактику никто не объяснил. Сейчас все будет, жди. Ты что такое? Ты что такой нетерпеливый-то? Короче, ребята, слушай меня. Все были здесь, я надеюсь, в обычке. Обычки профа отличаются только двумя вещами. Первое, это на вас будет кидаться, как на чума, по-моему, называется, да? Вот. Тремя вещами. Какая третья? Чума, два слизня и дебафы. Так, камон, это и есть две вещи. Слизни и дебафы, они это одно и то же. Два слизня, в обычке один слизень. Сейчас я это сейчас. Может, вы дали чек, посмотрели, все ли здесь? Да, это хорошая идея. Давайте чек, кто здесь, кто не здесь. Все ли готовы? У меня у одной хиллбот показывают крестики на всех. Все тут. Так, вот. Короче, ребят, все точно так же, как и в обычке. Но нужно будет чуму передавать. Сейчас я точно скажу, как этот дебаф называется. 5 секунд. Мертвящая чума вроде. Не мертвящая чума. Блядь, по-другому.
Она передается либо в РД зоне, либо в миле зоне. Вон линканули, безудержная чума. Как вас передавать? Да-да-да, правильно, безудержная чума. Если вы видите, что у вас безудержная чума повесилась, вы должны будете подбежать к какому-либо из игроков, который рядом стоит с вами, и передать, будь то РДД или мили-зона. Вот. Эта чума будет на протяжении всего рейда, всего босса нас преследовать. Теперь, что касаемо второго пати. Рандомно делится на две... Короче, на рандомных людей кидается эти дебафы. Либо зеленый, либо красный. С зеленым дебафом семьи внимательно слушаем сюда. На кого повесится зеленый дебаф, все должны будут отбежать зеленую метку. Смотрим внимательно, где зеленая метка. Все вот подошли сюда. Все сюда подошли. Все абсолютно. Все в зеленую метку. Вот тыкаю. Быстрее. Хилы, ДД, РДД, все сюда подошли. Треугольник, зеленая метка. Быстрее. Ну. Ну, что, все, никто... Все остальные ничего не поняли? Все не хотят подбирать, да? Он жёлтый, потому что не будет откидывать никого. Это понятно про угол. Просто, типа... Не просто в угол, а куда надо встать. Кстати, если вы встанете не впритык, то босс, то милишники до него просто не достанут. Вот, допустим, один вот здесь вот стоит, где квадрат, а другой вот впритык, где зеленый милишник. Вот он на квадрат и будет кастовать, и будет. А милик до него просто не достанет. Да, и еще к нему подбегать, типа, лучше не стоит, потому что он отбрасывает будет эту стену, вы дамаг получите. Подбегать к нему не надо, все ждите, пока он на вас свитчится. А если на ком красный дебаф будет, вы не переживайте, на вас зеленый слизнюк не пойдет, вы за этим вообще не следите. После того, вот, и кидается еще красный дебаф. С красным дебафом остальной весь рейд стоит вот здесь вот. Игрок, на которого вешается зеленый-красный слизень, начинает убегать против часовой стрелки вокруг вот этого вот. Вот эти вот красные метки, где стоит весь рейд. И все игроки с красным дебафом заливают как можно быстрее красного слизнюка. Все. Больше ничего особо сложного на этом боссе нету. Босс наилегчайший. Вторая фаза, третья фаза и вторая фаза точно такие же, как и в обычке. Единственное, что нужно... еще одно отличение. Тут летит 3 пельмени. А ну, блин, извини меня. Из 3 пельменей так же легко выбежать. Все тут, если ты не дурачок. Мастер спецов танка, стой, мастер в танка, будешь пить лужи, я в ДД. Зачем? Ну, потому что я ни разу в этой чушке не сидел. Для этого чисто. Это мастер, нет, тут не нужно 3 танка, зачем тебе тут 3 танка? Там тут дебафы на 4 начинает ваншотить. Ну и поменяются также диванами, тут все скидывается. А вы успеете задобить нахуй на 3 дивана, блядь? Там в смысле? У нас 2 ретрика есть, в чем проблема? Ладно, пусть он. Мы с двумя диванами, я тебе так скажу, мы не сможем. Можно дать СС на ретриков. По-моему, он имеет КД диван. Там диван нет. 10 минут, а у них ГКД нету. А ГКД нету, да? ГКД, ну, блядь, 10 минут, когда одного дивана. Сука, можете вы, блядь, все, начать все, бить босса, ёбаный рот, время идет. Помолчи, давай включу на пол. Начинаются так же, как с обычки. Фельдшер, где? У Матурма. Все готовы. Так, все, здесь давай, чё. Эрдруна, мне хоты на чушке, держите пока, да. Все, поехали. Так, вышли, Мелизон. Готовимся, зеленый. Скоро слизнюк. Как вы будете стопать или с тремя слизнями убить? Нет, стоп. Стоп по боссу. Слизнюка все.
Я их не поменял, пацан. Вибит молодец. Сколько процентов ты не поставил? Один. 800. Переводим. Все переводим. Анонсируй там про категорию, про дебаф. Зеленый. Все, зеленый ушли. Зеленый в зеленую метку. С красной в красную. Зеленый впритык встань. Впритык. Вот о чем я и говорил. Мы захиливаем. Был еще саппорт и выпил. Красного нечем замедлить. Крас. А да. Что, а ты зеленого что ли кидал? Нет. Че у нас так мало бьет красного? Скажите мне, 4 человека или 5 всего бьет красного? А? Ну давай я тебе попробую ответить на твой вопрос. Давай чисто теоретически. 12 человек получают красный, 12 зеленый. А, допустим, те из пятой группы получили все красные, из четвертой все красные, и 2 человека из третьей получили красный. В четвертой группе нету РДД, во второй группе 2 РДД получили красный, и 5 хилов получили красный. Они не будут бить слизня. Кто будет бить слизня, будет бить 5 человек с четвертой группы. И ты сейчас говоришь о том, что вот эта вот тактика неправильная, да? А что ты видишь здесь правильно? А, ну вот я тебе открою тайну, Войд. На ком красный дебаф, он не может бить зеленый. Потому что урон не будет по нему проходить. Держу. А я вам открою другую тайну. У вас ДПСа не хватит, блядь. Ну, это я с вам сразу сказал, ДПСа не будет хватать. Во-первых, надо бы еще саппорт. Во-первых, все было нормально. Во-первых, хилы. Вы тут поставьте все плюс. Юбка, Далин. Лачдан, бычья голова. Ой, ну зад. Вы видели, что на Лока Аспер кинулся красный луч. Где вы находились в этот момент? Каждый из вас напишите, кто из вас стоял в треугольнике, кто из вас получил красный дебаф. Скажите. Так, бычья голову в этом в кресте стоял. Далин треугольник. Дебаф на мне тоже был, но я типа танк. Лачдан, тихо. Какая метка, Лачдан? У меня тоже красным было, я в это время просто перебегал, я ЮНЕСКО отдал. Юка в треугольнике. Вот сейчас было 3 хила с треугольником. Какие такие тактики вы придумали, что рейд вайпается из-за того, что люди стоят в треугольнике? Лок побежал по кругу бегать, и его никто не хилит. Что это за тактика? Это тактика для даунов. Войд, вот знаешь, вот по этой тактике даунов убивают как минимум 2-3 гильдии, а то и 4. За альянс я не уверен. А по твоей тактике даунов я еще не увидел. Убивают, потому что у них ДПС хоть жопой жуй. Ну ты понимаешь, что когда я в пике Блиндерс его убивал, там вообще никто не падал. Ты это можешь понять? Есть одна проблема. Если на всех хилов кинется зеленый дебаф, если они не пойдут в треугольник, а будут стоять в кресту и стараться прохилить красные метки, есть шанс, что как раз зеленый слизень и пойдет туда на хила, где он будет стоять и хилить красные метки слизня. И как тогда хил? Ладно, я вам, ребята, объясню. Сейчас мы не будем тратить этого босса. Это тактика говно полная. Тактика, ну, я не знаю. Тактика не говно, Войд. Тактика это не говно. Нет, в том смысле, что в нашем рейде она говно. Нет, она в нашем рейде говно. Она не говно в тех рейдах. Да пройди ты по своей тактике, ты вообще не будешь убивать зеленого. Вы просто не будете успевать его убивать. Я не знаю, что ты там будешь, что не будешь. Если вы хотите убивать профа, то я буду ставить отдельно ЭТ на этого босса. Если вы хотите ждать Т5 и выбивать Т5 на 20 человек с гильдии, то ходите и выбивайте, пожалуйста. Если вы хотите бить по этой тактике, то и рельте по этой тактике. По этой тактике возможно убить, если там супер рукастые хилы, которые не стоят, дрочат там, когда на них красная метка, а когда они захиливают Лока. Хилы, которые с брюлями там всякие в асгардах, у нас нету таких хилов. Красный, нахуй, я замедлил один раз, и 59% хп у красного, а уже он, блядь, спал с него дебаф. Я не знаю, какой вам надо ДПС, нахуй, иметь, чтобы, блядь, убить слизня, нахуй, до первого замедления. Либо мне надо в кубке набирать 2 замедления и зеленого тупо не замедлять. Да, первого, во-первых, да, первого зеленого не замедляют.
Во-вторых, да, я не буду его замедлять. Первого зеленого замедляют, и вообще вот сейчас первого красного, да, послушай, красного не переводят босса, да, красного слизнюка не переводят. Красный выходит, красного заливают, и только потом заливают, переводят босса, чтобы Обама успел напиться лучше этой. И одну лужу оставляют постоянно, чтобы он ее подпевал. Чего ты сразу людям не сказал этого? Ну, потому что я убивал его полгода назад. Зеленого не замедляют. Будет.